Между тем, один из самых популярных казахстанских аналитических порталов Ratel.kz продолжает подвергаться атакам хакеров. С 12 февраля он заблокирован. Доступ открыт только через прокси-сервер и зеркальную версию сайта. Ratel.kz уже через несколько часов после официальной регистрации приблизился к сотне самых популярных казахстанских сайтов. С первых же дней его несколько раз пытались взломать, а теперь и вовсе заблокировали. Авторы проекта, журналисты Геннадий Бендицкий, Марат Осипов и Сапа Микибаев, связывают случившееся с публикацией ряда громких материалов. Среди них расследование причин авиакатастрофы под Алматы, пожары на барахолке и девальвация. Недели полторы назад запустили зеркало сайта, и постепенно посещаемость начала увеличиваться. Поломают это зеркало, будет еще одно зеркало, там будет третье зеркало, четвертое зеркало. В принципе, то есть у нас просто других вариантов нет, мы хотим делать то, что мы делаем.